Всем привет! Сегодня хотелось поговорить про такого нашумевшего шоумена, как Дмитрий Хрусталев. Это бывший КВНщик и самый интеллигентный резидент самого острого шоу Comedy Club. Во всех проектах, где бы он ни участвовал, телеведущий старался не опускать юмор ниже плинтуса. И это у него получалось на достойном уровне. К тому же у Хрусталева есть личный табу. Ни при каких обстоятельствах он не будет шутить на темы о войне, природных катаклизмах и смерти близких. Дмитрий родился в городе на Неве 20 февраля 1979 года под знаком зодиака Водолей в неполной семье, где все держалось на бабушке. Мама Лариса Хрусталева мечтала об актерской карьере с юности, ходила в кружок при ТЮЗе, но однажды случайно прищемила ширмой палец руководителя. Пришлось переквалифицироваться в повара. Отец ушел, когда сыну исполнилось 3 года. Но сегодня хотелось, конечно, поговорить про его личную жизнь. Вокруг личной жизни Дмитрия Хрусталева ходило множество слухов. На протяжении 10 лет гражданской женой артиста была юрист Виктория Дейчук. Но до свадьбы и рождения детей дело так и не дошло. Следующей избранницей стала коллега по Comedy Woman Екатерина Варнава. Эти отношения просуществовали всего лишь 2 года. По словам Кати, расстались, потому что пропала острота чувств, начались обиды и претензии. Однако пара сохранила дружеские отношения. После чего Хрусталеву приписали еще один служебный роман с певицей Сашей Даль. Шоумен работал в «Вечернем Урганте». Совместные фото с туманными комментариями Дмитрий публиковал в Инстаграме, но стойко держал интригу. В 2017 году телеведущий вышел на свет с новой спутницей, солисткой группы «Динамо» Марией Гончарук. Девушка-обладательница титула второй вице-мисс украинского конкурса «Красоты» и участница реалити «Хочу Виагру». Летом 2019 года влюбленные поженились.